Заказала на сайте Шиншилка лакомство для собак. В очень выгодной упаковке. Тут, получается, ведерки 500 грамм. Тут такие вот косточки разного цвета. И они с вкусом, ну, с добавлением говядины, баранины, лосося и курицы. Ведерки 500 грамм. Лакомство без сахара, что очень хорошо для собак. Собачкам нельзя сахар. И это очень выгодно. Я брала маленькую упаковочку, там тоже были маленькие, еще меньше косточки. И в этот раз решила заказать побольше. Очень выгодно получается. Давайте, ой, откроем. На упаковке здесь есть дата, до которого можно использовать. Вот, здесь написано. Давайте посмотрим. Тут вот такие вот сейчас. Вот такие вот косточки с лососем, с курицей, с говядиной и с бараниной. Очень полезные. Нет. Такие маленькие, очень хорошо за команды, например. Лизи. Сидеть. Хорошо, молодец. Давай. Вкусно? Кругом. 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 Хорошо. Молодец. Я очень люблю сайт Шиншилка. Очень выгодные. Есть предложения, скидки, акции. И цены очень приемлемые, очень хорошие цены. Я очень люблю скупляться. И покупаю все. И вот такие вот вкусняшки рекомендую. Они очень вкусные. Собака моя очень любит. 500 грамм.